Подходи, Дим. Серега, ты меня загораешь, я не могу ходить из-за тебя, вон там человек бежит. Беги. Да блин, ну Серега! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Кефирчик, Семка, Хунзо, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Все остальные застеснялись. Сегодня у нас привет. Очень классная карта, это большая, здоровенная комната в виде кухни. Классно сказал. Я буду искать пацанов, они уже все попрятались по разным нычкам, по шкафчикам, как тараканы маленькие, по всем нычкам. Если ребятки, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем режим прятки. Надо начинать сверху комнаты, потому что сверху видно все. О, я уже кого-то слышу. Серега, кстати, ты заныкался наверху, я же знаю. Поэтому да, я иду да, тебя искать. Я наверху запрятался, Дим. Да? Да. Видишь, ты врешь. Да. Опять ты врешь меня. Да нет, ты чё, я не вру, я правда наверху. Да. Да не, я правда наверху, ты чё, Дим? Тут же О, на люстре кто-то сидит. Прощайся с жизнью. Так, аккуратно, не упасть. Он чё, спрыгнул? Ах ты, злодей. Так, я ничего не понял, я должен был наверху кого-то найти. Я никого не нашел. Я буду орать. Так, ну мне кажется, я уже мимо кого-то проходил, просто они отморозились или классно заныкались. А у кого какие скины? Капхед. А, планктоновичи, капхедушкины. О, привет, внизу ходишь. А где ты? Наверх посмотри. Я вижу тебя. Так, я не могу тпхаться. Я не могу тпхаться. Облом, Дима. Так, подождите, я ж только что здесь кого-то видел. Серега, тут нема ручек, чтобы газ включить? Было бы прикольно газ поджечь. Да, вот это жалко, что не реализовал разработчик вот это. Ребята, видите, большая буханка хлеба. Кто кушает бутербродики, отдельный привет вам. Я сегодня люблю хлебушек с колбаской. Классная тема. Так, моем ноги. Дима, я вижу тебя. Возьму другого аниматроника, который более жестче. Но он не бьет этот по кругу, надо именно прицелиться. Так, нельзя убить. Так, давайте. 300 аниматроников давай. Да нет, Серега, я уже, кстати, увидел, где ты находишься. Я иду к тебе. Давай, жду тебя. Так, ребятушки. Сейчас вы увидите... Блин, как я падаю, это не то, подождите. Эй! От жопа, а! Подожди, я не могу телепортировать? Могу. Так, подождите, вы что, убежали? Вы же тут были. Так. А я тебя не вижу. Мне главное... Мне надо кого-то, главное, убить. А там уже пойдет движ. Он на лампе. На лампе? Сверху уходите. Да блин! Серега, и ты не даешь мне залезть на эту штуковину. Я буду орать. Ори. Подождите, давайте вот так прочекаем. Просто, знаете, знаю Серегу, это хитрый-прихитрый человек. Знаешь, вот есть же такие колпаки с названием дурачок. Тебе подходит, Дим. Серега, ты меня загораешь, я не могу ходить из-за тебя, вон там человек бежит. Беги. Да блин, ну Серега! А я здесь при чем? Это ты неправильно нацелился телепортом. А я не могу попасть почему-то, у меня рахитный прицел. А он на расстоянии не бьет. Не бьет на расстоянии? Да. Бьет. Я знаю, что бьет, Серега. Он вблизи бьет. Да, поэтому не могу его убить? Твист, это аниматроники вот бьют. Еще... Кто? Слышь, ты! Ты мой, ты умрешь, ты сейчас умрешь. Да, Серега, скажи ему. Ну, говорю, давай, беги. Да, не так говори, скажи, чтоб ждал меня. Подожди Диму, а как увидишь его, беги сразу. Да, блин, этот конченый аниматроник, я беру другого. Да, ну, реально, они голимые, я не могу. Они очень маленькие для этого. Во.
Вот это псих, ребята, смотрите, теперь не более или менее, а чуть-чуть крупнее, чем должен. О, Дима, ты твист это взял все-таки. Да, да, я просто понял, что я вас никогда не убью. Куда ты телепортировался? А я тебе не скажу. А нам можно их брать? Когда я вас убью, да. Лифт кто-то активировал, вижу. Так, подожди, подожди. Ага. А кто еще взял газовый баллон? Я. Газовые баллоны. Ой, классно, классно, классная нычка у меня. Нычка, ты охотишься, а не прячешься. Отлично. Фу. Ну, это отличная нычка для того, чтобы атаковать пацанов. А чё, нам тебе ремонтроник, а не... мне аниматроника, да, брать? Да. А, я тебя уже убил, извини. Перепутал. Так бывает. Как, таракан, да, как тараканы разбежались, попрятались это. Да, да, да. В укромных местах. А, ты... Взял убийцу. Взял убийцу. Невидимкой стал, Дим. Я стал невидимкой, ты правильно прочитал, Серега. Ах ты ж кабак это, блядь. Серега, Серега, лети за мной. Где? Найти сначала, догнать его и потом только убить. О, ползи, Дим. Тебе не надо наверх подниматься, так как уже не надо. О, Дима, Дима ползет по норам крысиным. А я все-таки хочу... А, я знаю, где ты вот тут в ящике с пивом. Нет. А хотя да, мое укромное место, ведь я люблю пиво. Меня там нет. Нет. Нету, я понял, но я хочу очень найти. Теплее. А у тебя все сейчас теплее будет. Холодно. Ноги сними с печки. Теплее. Холодно. Так, куда я лезу? О, прилез. Так, у Сереги скин... Капхеда. Капхеда, и поэтому это означает, что этот чилипиздрик может залезть куда угодно. Более с тем, что у Сереги был полет. Он полетел в текстуры, как я бы это сделал, например. Как я сюда ныкаюсь, нечестно. Серега, а давайте делаем перекличку. Кто не найден? Я. Трое человек. Вот там не искал Серегу. Комната реально настолько большая. А есть. Здрасте. У нас проблемы. Вот тут не искал. Кактусе тухлом. В каком кактусе? Я ж вижу за тобой, я ж все вижу. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, в холодильнике, Серега, полюбаса. Да, я сижу там, жру это, борщ. Борщ? У нас проблем. Там у чела эндер прям. Не, такой... Серега. Так. Надо внимательно, ребята, очень внимательно чекайте. Серега, пожалуйста. Да. Ну хоть пухни, чтоб по звуку было слышно, где ты. Так, я тебя в Дискорде слышу. В игре. Подождите, а где мы еще не проверяли? Блин, тут столько места, даже не знаю, что мы не проверяли еще. Но ты мимо меня проходил. Да. Причем несколько раз. А где это место было? Место я не скажу где. Что я пухнул. Логика. Уже Серега в морозилке? Какой морозилки? Да, я в морозилке. А, нет, я не в морозилке. Блин, ну это честно ты думаешь так играть? Потому что я так запрятался, ты меня найти. Вот тут нычка. Да, я в мусорной корзине, мое место. Я сейчас буду орать. Ори. Ребята, как вы думаете, где он заныкался? Блин, да он в таком тупом месте сидит, что реально будет потом стыдно его не найти. Да. Ним, такую поговорку. Спрятаться в тупом месте, но никак не найти. Прям на видном месте где-то он сидит, такой шкирится, а он... Да. О, найти не можете. А вы меня найти не можете. Может, так. Я в люстре сижу. Или... Кстати, да. Или, на или на картине. Ох, я такую нычку ношу. Ах ты, марак, хулиган. Сразу говорю. Я еще никуда не перемещался, я остаюсь на том же месте. Дай подсказку, наверху или на низу? Вверх.
то же самое. А, вы решили залететь за часть карты, да? Да, представь, в ноуклипе я взял и Сёму телепортировал к себе, чтобы... Так, я тогда беру поискового аниматроника. Поисковой... Который на радиус бьёт? Да. Это читерский. Это не читерский, это... Ну, зато я вас найду. Моя цель — вас найти, правильно? Ты нас должен именно увидеть, и тогда... Я вас увижу, поверь, сразу. Ладно, ладно, Серега, не буду бить на расстояние. Буду бить в притирку. Да, Серега, а может ты не наверху? Может быть, а может быть и не. Не, давай по-честному подсказку, я же вам давал, кого не могли меня найти. Я же говорю, вверх, вверх. Вверх? Да. Мультик такой есть, вверх. А я снизу, наоборот. О, я Серёгу буду. А, нет, так, ребята. Блин, Дим, тут столько нычек. Ты шкафчики еще, мне кажется, не проверял. Книжные полки. О! Ах ты! А где вы были? Нечестно. Ну, нечестно. Да не, ну ладно, ладно. Как нечестно? Не по сути нечестно, но по факту честно. А где? Вы на книжках сидели вот здесь вот? Где ты, Дим? Нет. Я смотри. Вот здесь, да. Смотри. Вот, да блин, ну тебя в жизни б не нашли. Как ребята, он нашел? Заныкался в Том и Джерри. Видели мультик? За сыром ворованным сел. Так его вообще там нереально найти было. Ты специально так сделал? В смысле нереально? А Семка где прятался? Там же сама с тобой? Он на книжках, скорее всего, сидел. Нет, я сидел в норке. Так вы рядом возле друг друга ныкались? А, Сёма, ты, оказывается, рядом со мной был? Да. А, я рядом с тобой был. Дима просто убился на расстоянии. А кто за Фокси? А, так давайте найдем его, Серега, бери аниматроника, погнали. Давай, тоже на радиус, который бьет. Ну а что, будем это, включаем максимальный режим розыска. Нашел. О. Нашел Семку? А, нет. Всё, битва аниматроников? Ну давайте, каждый сам за себя, полетели. Кто проиграет, тот проиграет. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ого, микроволновка жахнула.